Дефицит бюджета города Новосибирска вырос на 400 с лишним миллионов рублей. Такое решение приняли сегодня депутаты на очередной сессии. Мера вынужденная. Бюджет не получил запланированных доходов, а увеличение дефицита позволит не сокращать расходы. В целом по году, по прогнозам, плану, где-то у нас около почти миллиарда мы недополучаем, да, средств. Вот. И основная причина связана вот с этими моментами, чтобы не сокращать расходы. И также с получением дополнительных субсидий из областного бюджета. Из области муниципалитет получит более 200 миллионов рублей. Значительная часть, около 95 миллионов, пойдет на строительство и ремонт дорог, в том числе на улицах Спортивной и Порт-Артурской. Почти 40 миллионов потратят на капитальный ремонт многоквартирных домов, 50 миллионов пойдут на финансирование футбольного клуба «Сибирь». Около 16 миллионов на оплату питания в школе для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Еще 6 миллионов на закупку оборудования для детских спортивных школ. Кроме этого, депутаты внесли изменения и в бюджет на 2017 год. 30 миллионов из областного бюджета пойдут на создание дополнительных мест в коррекционном интернате номер 37 в железнодорожном районе.